И всем привет, дорогие друзья, с вами 5BR53, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт. И, кстати, я вернулся. Я просто уехал, и все, короче. Отдыхать, и все. Так, и сегодня мы будем делать жителю моему другу этот ремонт. Так, он, наверное, вот здесь вот, живет вот здесь вот. Так. О, привет, ты меня как раз ждешь. О, привет. Что ты так боишься меня? Ты что-то скрываешь? Да нет, вот ты сделал. Просто меня разыскивает полиция. Чего? Почему? Да, я не знаю, просто так. Ну, такого невозможно. В Майнкрафте вообще-то все возможно, а в реальной жизни такое не может произойти. Ладно, давай я тебя спрячу. Ну ладно. Ладно, пошли. Он не захотел этого, чтобы я ему ремонт делал. Ну ладно, спрячем, я знаю, куда его посадить. Так, вот теперь. Так. Все. Опа. Что тут? Ладно, пофиг. Так вот. Ладно. Так, житель, давай заходи. Ну все, житель, сиди там, удовольствие. Вот. Пока. Пока. Все. Так. Здесь эта полиция ко мне дома не придет. Ну ладно. Что ты пришел, житель? Странно жить. Ладно, пофиг. Открывайте! О-о. Полиция. Наверное. Да, это полиция. Что? Так, в вашем доме нету случайно одного жителя? Да не, чего вы взяли вообще? Он в том доме живет, наверное. А, ну давайте я проверю лучше. Ну ладно, заходите. Идите. Ребят. Полиция приехала, сейчас там делает что-то. Вот, пошли. Я пока отключусь на 1-2 часа и все. Все, идите, здесь ничего нету. Че? Здесь ничего нету, мы проверили все. Ну ладно, все, до свидания. Привет. Привет, странный житель. Так, житель, вылазь отсюда. А хотя, построй мне дом. Ладно. Секретный? Ну да. Ладно. Чего? Ты чего вообще у тебя дом? Да ничего такого все, блин. Присоедись. Да. Ну что вы еще здесь? Стоите, блин, валите отсюда. Надеюсь, они ничего не заметили. Ты чё лопаешь, дебил? Ты чё, хочешь, чтобы я тебя арестовал? Иди в жопу. Так, ну всё, давайте зайди пацан. Это делается вот так вот, всё, хуй всё. Пью, всё. Так. Ну, где-то вот здесь вот пусть будет. Здесь с рядом огородами. Так. Блин, мышь как. Ладно. Так, ну, где-то он вот здесь вот будет жить. Ой. Блин. Так вот. Так. Ну, все, дальше. Делаем. Темно как-то вообще.
Так. Ну это факел. Здесь есть это сам факел. А, вот. Да блин, куда я кидаю все? Вот. Теперь ломаем. Так. Мы, конечно, делаем плоский пол из досок. Ну все, я достроил здесь все. Вот как бы стенки и пол. Стенка и пол, короче, из этого. Из доски. А потолок из камня. Сундук будет рядом. Печку. Ну, вот сюда. Вот, сюда вот. Ой. Ну, чтобы сюда. Чтобы ножком было. Нормально. Верстак, верстак, верстак. Сюда. Так, ну что еще? А, я понял. Картинку. Картина. И здесь. Где картина? А, вот они. Так. Так, ну, пусть будет вот здесь. Нет, все. Нет. Вот это пусть будет, и все. Так. Ну, вот ему нормальный дом. Так, теперь его надо спрятать нормально. Так. Это не будем прятать еще, короче. Ну вот такой домик. Нормальный. Пусть он здесь пока что временно живет и все. Так, ну пошли домой. Так, ну ладно, пошли. Что? Что с моим домом? Полиция, алло! Оказывается, у вас этот житель прятался в доме. И он все сжег. Блин, капец, мой дом сейчас сгорит. Капец. Придется делать новый дом. Ну ладно, на этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был 5BR53. Всем пока.